Под капотом мы видим мотор, который был разработан специально для внутреннего рынка Китая. Друзья, я рад вас приветствовать на канале Мехвод. Сегодня мы вместе с вами рассмотрим, прямо сказать, легенду. Это Шкода Октавия в кузове А7. Скажете мне, что ее давно не выпускают? А я вам скажу, нет. В Китае это лучший автомобиль, и он выпускается до сих пор, несмотря на то, что приехала уже давно А8. Давайте знакомиться с семеркой. Хотя что знакомиться, давайте смотреть, что в ней немного не так, нежели как было это в российской Шкоде Октавия в кузове А7. И первое, что бросается в глаза, это оптика. Она здесь на линзах. На российских автомобилях линзы не стояли. Заглянем под капот. Под капотом мы видим мотор, который был разработан специально для внутреннего рынка Китая. Это бензиновый атмосферный двигатель объемом 1,5 литра, мощностью 113 лошадиных сил. Работает в паре с 6-ступенчатым автоматом Aisin, то есть полноценный автомат. Тип привода передний. Легкосплавные колесные диски на 16. На задней оси торсионная балка, подвеска полузависимая, пружинная. Всем хорошо знакомый лифтбэк. Здесь, кстати, другие фонари, и они походят как на Суперби. Заглянем в багажник. Крышка без электропривода. Поднимаем. И чем нам всем нравится лифтбэк? Это то, что у него огромный багажник. Плюс спинки сидений второго ряда раскладываются по формуле 40 на 60. И тогда можно увести хоть холодильник. Под фальшполом докатка, комплект инструментов, знак аварийной остановки. В общем, ничего нового, стандартный комплект для автомобиля. Заглянем на второй ряд. Здесь видим широченный дверной проем. Дверная карта, как и в любом ВАГе, отделана очень просто. Пластик, вставка из пластика под карбон, вставка из эко-кожи, электростеклоподъемник, динамик аудиосистемы, органайзер. Обстановка на втором ряду. Здесь мы видим отделку сидений эко-кожей. Белая прострочка. Подлокотника нет. Есть три подголовника. В спинках переднего ряда кармашки. В задней части переднего подлокотника два USB-разъема. Органайзер, дефектора от климатической системы. Хотя здесь не климат, а кондиционер. Панорамной крыши нет. Есть плафон освещения. Второго ряда. Раз. Бесключевой доступ отсутствует. Вот так у нас встроена дверная карта со стороны переднего пассажира. Все максимально просто. Только побольше органайзер. Кресло переднего пассажира регулируется в четырех направлениях. Вперед, назад и угол наклона спинки. Крышка перчаточного ящика с микролифтом. Здесь свободно помещается листок формата А4. Вот так у нас встроена дверная карта со стороны водителя. Блок управления электростеклоподъемниками. Блок управления боковыми зеркалами. Боковые зеркала с электроприводом. Кресло водителя регулируется механически в 6 направлениях. Вперед-назад, угол наклона спинки и лифт сидения. Здесь мы видим пластиковый руль. Он с управлением. Управлять мы можем только мультимедийной системой. Ни адаптивного круиз-контроля, ни обычного круиз-контроля здесь нет, не предусмотрено. Кстати, про мультимедиа. Камера сзади здесь не отображается, так как, по сути, камеры сзади нет. У нас здесь есть только датчики парковки. Рулевая колонка регулируется по углу наклона и вылету механически. Щиток приборов комбинированный. В центральной части встроен ЖК-монитор бортового компьютера. Классика жанра, да? Верхняя часть парафриза отделана мягким шумопоглощающим винилом. Он приятный по тактильным ощущениям. Послушайте, как звучит. Не слышно, да, даже? Так, перчаточный ящик мы уже с вами заглядывали. Салонное зеркало выглядит таким образом. Датчики отсутствуют. В козырьке водителя есть крепление для документов. Отчетчик. Блок управления светом. В козырьке пассажира зеркало. Кондиционер у нас обычный, климат-системы нет, беспроводной зарядки нет. Есть блокировка замков, система старт-стоп, она, кстати, отключаемая. Два USB-разъема, отключение курсовой устойчивости, полноценный 6-ступенчатый автомат Aisin,
розетка на 12 вольт, подстаканники, механический ручник. Верхняя часть подлокотника регулируется по длине. Отделка эко-кожей. Вот так вот выглядит ниша подлокотника. Здесь у нас есть охлаждение. Потянули, и ниша подлокотника у нас охлаждается. Теплых опций в автомобиле нет. Сиденье не греется, боковые зеркала не греются, руль у нас не греется, лоб не греется. Греется только заднее стекло на пятой двери. Вот такой вот, друзья, простенький интерьер автомобиля Skoda Octavia в кузове А7. Напомню, что она в России не выпускается уже года два. Ей на смену приехала Octavia А8, которая, кстати, тоже из-за санкций перестала выпускаться в России. Но ничего в этом страшного нет. Главное, что схема параллельного импорта работает. И к нам везут вот такие замечательные автомобили из Китая. Как, к примеру, Skoda Octavia в кузове А7. Легендарный автомобиль, легендарный лифтбэк. Пойдемте смотреть, сколько он стоит. А продается этот автомобиль за 2 миллиона 550 тысяч рублей. Напомню, что год выпуска 22-й. Друзья, вот такая вот интересная Skoda Octavia в кузове А7 приехала к нам по параллельному импорту из Китая. Стоит она этих денег или не стоит, обязательно напишите в комментариях. Мне очень интересно услышать ваше мнение. Также напомню, не забывайте подписаться на мой телеграм-канал, который посвящен тематике покупки и продажи автомобилей в Краснодаре и Краснодарском крае. Кстати, этот автомобиль я уже туда выложил. Ссылочки на мой телеграм в описании. Переходите, подписывайтесь. А на этом, друзья, у меня все. До новых встреч!